Привет зрителям лучшего канала на YouTube, с вами я, Серафим. И как всегда мы продолжаем. О, уже и Престон хочет с нами пообщаться. Так, ну, давай, я слушаю. I know I put you in an almost impossible position when I asked you to lead the Minutemen. I didn't have any right to ask you to take that on. I guess I was kind of desperate at that point. I still don't know why you said yes. If it was for me, or for the Commonwealth, or for some other reason. It doesn't really matter. I just want you to know that I appreciate what you've done. If you look at where we were then, to where we are now, I can hardly believe it. Это радует. Thanks for the vote of confidence. It's good to hear, especially from you. We make a good team, General. No doubt about that. I've taken up enough of your time. We'd better get back to it. Ну, отлично. Сразу же и пообщались. У нас, так сказать, подбодрил. Так, что это? Компьютеры все поломанные. Ну да. В общем, еще больше закарифанились с нашим Престоном. Так, теперь тут нужно кучу ловушек пройти. Надеюсь, в этой серии нас из этого здания выпустят. Так, давайте аккуратненько. Кристалл, кстати, выгодно ловушки взламывать. О, можно тотем обезвредить. А те вроде нельзя. А чё красно? Что оно красненькое такое? Окей. Так, ну здесь, да, вот все. Вот это место, вот мы тут были, вот тут мы вообще заходили. Где-то. Вот там, помню, шарились тоже, перепрыгивали. Ну, конечно, что со мной скучать. Такс. Всякая фигня. Верстак, понятно, не можем использовать. Как-то типа ему неудобно в этом огромном. Воу-воу-воу. Воу-воу. Аккуратненько. О, жесть. А, это Айви. Нет-нет-нет. Вот она. Получи. Так, Престон, по-моему, там... А, штурматрон Суккуб. Фух. Наконец-то. Спасибо, человек. Ну, ок. Карабин Теслы. Воу. Вот это жесть. Стреляет электрическими снарядами, которые перескакивают от одной цели к другой. Неплохо. Батарея. Урон 40. Кстати, это на энергетическую эту. Хм. Слушайте. Урон 40. Сколько у нас у этого урон? Давайте глянем. Оружие. Тут урон 90. Карабин. Теслы.
15-зарядный, да? Давайте 5 сек с ним походим. Так, и... Ух ты, мы прям распилили ее. Легендарная Т-60 Тесла броня. Угу. Окей. Взять крышка, батарея, стимулятор. Прочная, отличная. О, прочная для туловища. Ну, панталоны пусть там сгорят дальше. Стенная банка. Не, ну да, не можем ничего. Говорят, аккуратно. Снег башка попадет. Да, с Престо нам досталось нам от этих роботов. Не так даже страшна была Айви, как этот робот. Так, надо даже перекусить. Так и не использовал гранатомет. Такс. Я так понял, все-таки это уже, наверное, выход будет. Потому что нам ту самую Айви дали. То есть Айви — это девушка. То есть главная этих ржавых дьяволов. Босс-леди, в общем. Диван. Не. Так, жалко, зеркала нету. Нельзя посмотреть, как эпично моя пушка смотрится. Новая карабин Теслы. Нормально. Что это? Жетоны. Здесь, надеюсь, мы тут были. Здесь нет, не были. Значит, мы уже открыли бы его. Нормально. Две бомбы, толстяк и линейка. Линейка, видимо, чтобы замерить вашу крутость, как только вы все это возьмете. Да, ну так этот мини-заряд. Хотя не, правильно, что он здесь был, а не там в самом начале, потому что тогда бы было бы печально. Так, человек что-то тут охранял, да? Фонарь. Да, возьмем. Патроны. Еще патроны. Головной лазер штурматрона. Уровень заряда увеличивается после многократной перезарядки оружия. Чем больше уровень заряда, тем выше урон. Поражает пользователя радиацией. Короче, голова штурматрона. Вот. И этой штукой можно типа стрелять в других. Ну ладно, взять. Да, конечно, взять. Клинок штурматрона, циркулярный резак мистера помощника, укреплено полировое металлическое, свинцовое, лакированное металлическое. Кошмар. Короче, ну как кошмар, даже очень супер. Набрали огромную кучу супер мега крутого лута. Я думаю, нам надо будет все это на базу срочно перенести. Так, активировать. Управление дверью. Открыть. Ну. Да,
Don't know if I believe all those boogeyman stories about the Institute. It all sounds like paranoia to me. Паранойя? Ну, не знаю. Судя по спойлерам, Институт реален. Обычно в таких играх, если про какое-то зло кто-то что-то говорит, то, скорее всего, оно есть. Так, что-то папки, банки. Опять набрали кучу хлама. Подождите, это... А, это выход уже. Вот, мы здесь заходили. Точно? Ну, сто пудов. Да, вот тут мы ходили, спускались. Да, все, наконец-то мы это прошли. Как хитро мы круг целый обошли. Да, вот сюда я думал, как пройти. Но, видите, мы отсюда и вышли. Очень огромное здание, ничего себе. Такой ангар. Не ангар, это ангарище. Пошли, Престон. Мистер Гарви. Идешь, где ты есть? Чего? Фух. Фризануло. Металлическая броня защищает от баллистического урона. Частично. Ну, норм. Вот такая вот металлическая броня, сразу металлическая кувалда, причем крутая для котлет специальная кувалда, отбивнушки делать. Игры тоже сразу в котлеты превращать кого-то. Тело для твоих стандартов. Какие же у тебя стандарты? 90-60-90? Или что-нибудь посимпатичнее? Так, опять какие-то фрезы. Так, врагов... Не знаю, не вижу. Карта... А, вот пошли. По чуть-чуть фрезы. Бывает, если ты... Так, что это крутится оружие? Кошмар. Глюк на глюке. Так, и... Да, давайте в Sanctuary. Там у нас и ада, и там нам разгрузить все это нужно. То есть, в любом случае, нам сюда. Кстати, смотри, уже 37 уровень, а нам нужно, по-моему, 40, если не ошибаюсь. То есть где-то 40 какой-то, для того, чтобы вообще по максимуму наши навыки, которые мы и так качаем, чтобы нам докачать. А, нам нужно было кого-то защитить. Так, куда они? Кого-то они стреляют, но... Так, а ну давайте. Кого вы там стреляете? Это кто, робот был? Кто это? Ты кто? Рейдер. Кожаная. Нет. Не.
Рейдеры, это не так страшно. На, решили на Сэнкчуэри напасть. На жемчужину нашу. Да, была ошибка. Так, где еще они? Вражины. Наверное, оттуда откуда-то шли, но смотрим, вроде все работает. Да? Харе подгружаться из-за то, что он перегруженный. Не знаю, где они их перестреляли. Непонятно. Ну ладно. Я думаю, еще найдем. Так, да харе фризить. Вроде пока не видно, в кого они стреляли. А что он ему дал? А что он тебе дал? Головной убор, колониальный плащ, сигнальная ракета, снаряжение, стимулятор, ядерная батарея. Странно, очень странно. Что-то они там не палено поделились друг с другом. Что-то один другому передал. Так, у нас перегруз, наверное, процентов 1000. Так, куда мы этот костюм поставим? Уже куда их складировать, фиг его знает. Давайте здесь будет сторожевой. Вот так. Ну, один FPS. Ты чего? Туловище из робота обычное, можно, наверное, сталь, левая нога робота, короче, вот эти роботные, может, даже не стоит. Давайте по одной хотя бы оставим. Прочная броня для туловища из робота. Вот это вот уже что-то более-менее стоящее. Прочная правая рука.
Броня для туловища свинцовая легированная. Металлическая броня для туловища. Ну это нет сразу. Металлическая нет. Так. Одежда. Так, вот эти давайте. Т-60. Надо будет как-то собрать все отдельно костюмы, наверное. Заплатанный костюм, зачем он мне? Защитный комплект. О, 1000 защиты от радиации. Это хорошо. Это я оставлю. Зеленое. Уберем. Правая нога. Потом нужно будет поколупаться с броньками, с этими. Форма бейсболиста. Солнечные очки, ну окей. Так, это мы скинули. Давайте по оружию. Толстяки мы все оставляем, по традиции. Вот такой хлам. Карабин Теслы, клинок Штурматрона. Большой джим 32, клинок 28. Что там можно модифицировать? Электрический. А, нужен кузнец. Он будет 28 и 15. Угу. Ну, такой, если честно. Оставим, конечно, на память. Неутомимый клинок революционера, но это тоже на память. Так как он уникальный. Пусковая установка. Так, от чего-то нужно будет явно избавляться. Ух ты, циркулярная резак мистера помощника. Урон очень быстрый, но урон маленький. Ну, чисто потому, что там урон, наверное, каждую секунду наносится. То есть вы не замахиваетесь, просто таращите его в кого-то. Ну, окей, а его как-то модифицировать можно? Электрический. Тогда он будет супер-мега крутой. Ну, опять же, кузнец нужен. И штурмовый карабин. Ну, у нас вроде такое есть. Вот стали с него 13. Вот это хорошо. Такс. Оружие. Толстяк. Не знаю, Томми Ган. Наверное, может скинуть. Карабин Теслы. Да его, наверное, пока скинем. Клинок скинем. Этот у нас 683 патрона на 5.56, а на этот 45 калибр. Короче, этот пока скидываем, сколько он там весит? 21 килограмм. Почему? Потому что, ну, у нас пока есть чем пострелять. Криомины, криогранаты, крышкамины. Клинок скинем. Осколочный, осколочный, мин на осколочных. Зачем нам столько? Вообще зачем нам миды? Плазменные гранаты. Это скинуть. Так, и устройство. Ага. Давайте глянем пусковую установку, что мы можем сделать. Штатный ствол. Тройной ствол. Что делает?
увеличение боезапаса. А, вот оно что. Сверх... А, счетверенный ствол. А, ага. Фанатик уже можем сделать. Скорострельность. А, и вес в два раза больше, жесть. Ну, давай. Сделаем. Прицел оптический. Ну, не. Нет надульной насадки. Штык. Гранатомет со штыком. Стабилизатор. Повышенная точность. Слабная отдача. Уменьшенная дальность стрельбы. Меткость. Ну, как-то... мне вот так нравится. Потом теперь 40 килограмм. Пушку помощнее, ну да. Так, подробнее. Сохранить весь хлам. Впритык, ребят, впритык. Оружие. Что у нас есть лишнего? А, вот головной лазер штурматрона. Сколько он там весит? 8 всего ничего. Криограната. Мины, плазменную гранату. Так, дробаш. Ракетомет. Вот он 40 весит. Вот это самый такой перегруз. То есть хоть вообще теперь ничего не бери. Большой джим. Шанс повредить ногу. Оружие. Артиллерийские шашки у нас. Пять заберем. Так мы ими и не пользуемся. Угу. Так. Большой джим. Весит 2,7. Ну, не столь много. Коктейли, так, автоматы, лазерный, так, пистолет, гранаты, мины, снайперка, ракетница, дробаш и гранатомет. Хорошо, одежда. Защитный комплект, ну, 5 килограмм, как бы, не густо. Очки, ничего такого сверхъестественного. Ага. Так. Винты, ядерколы, глюконафты, готовый завтрак. Угу. Мясо кротокрыса, куча супов с собой таскаем. Угу. Смоляника, ремонтные наборы, стейки, стейки, стимуляторы, 98, тошка, филе, вот так чуть полегче, окей, так, разные, дневник собирателя хлама, так, давайте... сортировать. Цена, вес. Обгорелая книга, обгорелый учебник. Невозвращенная книга. Отлично. Модификация. Ага, голова охранника Хав. Левая рука штурматрона. Тоже чуть-чуть весит. Пусковая установка, штатный стол. Так, голова охранника Ахав. Ну, вот, я надеюсь, что она вот будет здесь, и нам можно будет, не забирая отсюда, а ну, чё? Крышка 406. Вот. Пользоваться. Хотя в прошлый раз, по-моему, не прокатило.
Так, ну, с 295 у нас 25 свободного. Ну, неплохо, кстати. Так, сохраним. Кто это? А, Престон. Так, ну да, теперь с Адой надо поговорить. Ну, интересно, что она нам расскажет. Here you go, Ada. The final radar beacon. I'll need that head back when you're done. Of course. Shouldn't take but a moment. There you go. Still in one piece. I'm not sure why you want the head back. All we needed was its radar beacon. Besides, robo-brains are notorious for being, well, a real pain in the neck. Что-нибудь еще о робомозгах? Quite simply, it's the first time General Atomics produced a successful union between organic matter and robotics. The brain is used both as a control unit and a data storage unit, which is far more efficient than using standard circuits. Unfortunately, there were a lot of programming issues with these robots, which caused them to be a bit, shall we say, unhinged. Hopefully, this particular robo-brain will have some of the answers that we've been seeking. Короче, она нам нужна. We still need it, Ada. I believe it can help us access the mechanist's facility. Of course. It makes perfect sense that the mechanist would not only keep its location a closely guarded secret, but would secure it against intrusion as well. I'm terribly sorry. I hadn't considered that possibility at all. I'm afraid when it comes to assisting humans, I'm not doing very well lately. Why would you say something like that? Isn't it obvious? Ever since I let my friends die in that caravan, I feel like I've been failing in my duties. I chose the route we took the day we were attacked. Perhaps if I had selected an alternate route, they'd still be alive. Sometimes I wish that Jackson had programmed me with my personality mode set permanently to disabled. Так. Ну, давайте попробуем, хоть оно и оранжевое, я не совсем понимаю. Желтый, оранжевый и красный, типа, что хорошо, что плохо. Типа, где выше шанс, где ниже. Давайте попробуем. Your personality defines you as an individual. Never let that go. You're right. All of the good memories I've experienced being Ada would be lost if my personality mode was shut down. I can't afford to lose them. I really think I needed to hear that from someone else. Thank you. Now I've distracted you for long enough. I'll finish up my calculations while you deal with our new friend, Jezebel. Hopefully, she'll be able to grant us access to the mechanist's facility, and we can put an end to this nonsense once and for all. Построить тело для Джезебель. Окей. Такс. Ну, давайте сейчас настроим. Так. Ада, новый автоматрон. Я так понял, новый нужно строить. Такс. Создать автоматрон. Да. А чё автоматрон? Во-первых, переименуем. Так, голова. Нет. Вот, голова Джезебель. Маски снять ее будет уже нельзя. Броня для головы. Так, заводская броня головы. Повышается мне обычному. Так, подожди, как там камера? А, вот, смотрите, ля, голова такая матная. Да, сделать, конечно. М-
броньку. Так, корпус. Корпус протектрона. Давайте корпус протектрона. Корпус штурматрона. Корпус рабомозга. А ну-ка. Протектрон. У рабомозга больше всего, но она типа такая. Не, мне нравится корпус штурматрона. Конечно, разница в ХП, но не принципиально. Пусть будет штурматрон. Передняя броня. Передняя заводская броня. Передняя заводская грузовая броня. Основная броня. Передняя шипастая броня. Сколько тут? Безжалостная зазубренная броня. Так. А ну давайте назад тогда не корпус штурматрона, а корпус все-таки рабомозга. А, вот, видишь, заводская и заводская грузовая. Максимальный вес, ну, нам тогда пусть будет просто вот такая. Задняя броня. Только переносимый вес. Не, не нужно. Модификации корпуса. Модуль взломщика, модуль хакера. Сенсорная матрица. Повышает восприятие. Отслеживает цели. Наносит урон радиации рядом врагам. Стелс поле. Угу. Поле сопротивления. Поле регенерации. Ага, исцеляет. О, слушайте, это хороший модуль. Давайте. Так, левая рука. Рука протектрона. Штурматрон. Робомозг. Охранника. Не, давайте. Так, робомозг. Угу. Броня для левой руки нету. Сделать. Сделай. Нет. Клешня штурматрона. Ага. Дубинка, тиски, огнемет, лазер. Давайте в самом конец что-то там интересное найти. Гатлинг, лазер, ракетомет. Тяжелый огнемет, миниган, гамма-пушка. Пусть будет ракетомет. Угу. Так, правая рука. Давайте рабомозг. Броня для правой руки. Понятно. Клешня. Так, дубинка. Крюк. Палец. Шокер, топор, кто? Дымовая клешня рабомозга, лазер. Так, у нас есть ракетницы, что нам еще? Бур, шипомет, автоматический лазер, рассеянный лазер, точный лазер, скрытый клинок, ух ты, шишки-баб. Что для шишки-баба нужно? Нету, наверное, этой
Гамма-пушка, тяжелый огнемет, миниган, ракетомет есть, гатлинг-лазер. Точный лазер. Да, давайте точный лазер, потому что тогда будет как раз с механизмами хорошо бороться. Так, окей. Точный лазер. Ноги. Ноги протектрона. Ой, нет. Нет. Так, ноги. Двигатель мистера помощника. Ноги протектрона. Ноги штурматрона. Ноги охранника. Угу. Ноги штурматрона, протектрона. Может, Джезабель будет у нас летать? Хм. Вот вопрос. Летающий робомозг с ракетометом и лазером. Просто так она, как маленький карлик какой-то, так. Ну, вроде терпимо. Но охранника точно нет. Хотя такая Джезабель. Давайте попробуем штурматрона. Поясная броня. А ну если ноги все-таки двигатель мистера помощника, давайте сделаем. О. Броня ускорителя. Так, а чё рука исчезла? Безжалостная броня для двигателя, окей. Так, левая рука. Левая кисть. Ну что, ракетомет стоял. Не понял, так подождите. Ну. Автоматический лазер. Гамма-пушка. Миниган. Типа нельзя, что ли? Гатлинг лазер. Автоматический лазер. Дымовая клешня. Топор. Шокер. Ну ладно, пусть с топором будет. Что-то видите, этот пила исчезла что-то. Левая рука робомозга, ну. Брони нету. Видимо, нельзя на таких ногах типа носить еще и ракетомет. Так, краска. Белая краска. Джезабель. Голубая, желтая. Коричневая, красная, кремовая, оливковая, зеленая, оранжевая, розовая краска, сине-зеленая, темная, черная краска. Нет, она будет розовая, Джезабель. Так. Джезабел. Окей. Вроде все сделали. В левой руке топор получается, то есть левша. Давайте правую руку, точно лазер, посмотрим. Криопушка, точный лазер. Нельзя уже ракетометы.
Миниган. Гамма-пушка, гатлинг, лазер. Пусть будет точный лазер. Ну ладно. Вот вроде вот такая Джезебель. Поговорить с Джезебель. Провален. А, ну да. Не смогли что-то там защитить. Ну и навалить. Все, то, что ожидал, но придется обойтись тем, что есть. Ну, что ты, розовая, смотрите. С точным, по-моему, лазером и с топором. Еще и зачем тебе какие-то гусеницы? Это ты можешь просто летать теперь. Давайте пошутим. Sorry, your highness. The royal tailor has been quite ill. If you're attempting to use sarcasm as an intimidation tactic, I'm afraid you're wasting your time. Look, it's obvious we don't care for each other's company, which suits me just fine. So why don't you ask me everything you wanted to know? Наоборот, я не хочу, чтобы она уходила. Why did General Atomics make you so uncooperative? I haven't the faintest idea of what you're talking about. I'm a top-of-the-line model with an efficiency rating that makes Mr. Handy look like a glorified toaster oven. When given a set of instructions, I will complete them without question and without error. Now, were there any other ridiculous questions you wanted to ask? Tell me everything you know about the Mechanist. Now there's a fascinating subject. The Mechanist, amazingly adept at programming, a veritable genius with electronics. I'm not surprised you're interested. I've been dutifully carrying out the Mechanist's instructions to help the people of the Commonwealth for quite a long time. Helping the people of the Commonwealth? You? Absolutely. It's my primary directive. The Mechanist instructed me to seek out and help the people of the Commonwealth. By my calculations, the easiest way to help a human is simply to destroy it. There's no point in prolonging the laughably fragile life. It's the most efficient way to assist them. Any other effort to help tends to result in numerous side effects. The Mechanist gave you these instructions? To kill people? Well, not exactly. The specific instruction was to help people. I merely interpreted the most efficient way to perform my duties. Ну да, идеальный помощник. To the best of my abilities, only affords a 25% survival rate. That means there's a 75% chance that despite my efforts, the human I'm assisting will die from something beyond my control. Therefore, it's better to hasten the human's death and put them out of their life chance of misery than to deplete my limited time. It's actually quite elementary. But given your minimal intellect, I suppose I shouldn't be surprised you don't understand. And you're going to be a brain pate. You don't tell me how to access the Mechanist's facility. Так, ну какая-то угроза. Хотели пошутить, был сарказм, зря не так. I suspect you'll have quite a tale to tell once you return. But then again, I'd be surprised if you ever return at all. Так, а ну, дайте я еще она отвалит, поговорю с ней. At least I'll have time to work on my pi to the last digit calculation. Угу. Just go away. Haven't you done enough to torment me already? Да чё я мучаю? Наоборот, ты такой один из самых интересных роботов, вообще персонажей, который здесь создан.
Да, Джезабель очень харизматический, очень интересный персонаж. Да, мне очень понравилось. Я бы хотел, чтобы спутник был Джезабель. Ну как это? Да, не хочет она дружить. Ну, сейчас посмотрим, что мы там. Информация. Так, наведение, поговорить с Адой. Окей, разное. Угу. Кучу заданий уже понавыполняли. Поговорить с Адой. Ну окей, да, роботы, конечно, у них идеальные эти, как их, понятия, как спасти человека, его нужно как можно быстрее уничтожить, чтобы не мучился. Так, что нам, то появляется кресло с радио, то исчезает. Оп, оп, фокусы, Копперфилд. Так, роботы. Да, роботы. Yes, I've considered the possibility. The contradictory nature of the mechanist's broadcasts are troubling. But the truth is, regardless of intent, the mechanist needs to be stopped. These robots are too much a threat. Were you able to discover how to gain access to the mechanist? Нужен модифицированный робот. Ну, нужен спутниковый модуль. I need to outfit a robot with something called an MSAT. Jezebel gave me this plan. A custom modification that acts as a key to the mechanist facility. Very smart. In fact, chances are high the MSAT may be required for multiple access points, like a robot identification card. As for my task, I was able to decrypt the signal with the final radar beacon. The source is coming from a Robco sales and service center, most likely a front for a larger operation. It's time to take the offensive. Have you formulated a plan? Ну, давайте выслушаем. I am at an impasse. I wish to see the mechanist endure the same fate as my friends, but I know this to be due to my personality subroutine. When I compartmentalize, I want to know reason and motive before passing judgment. This is why I leave the decision to you. Now, if you're ready, I believe you have an MSAT to install. Would you allow me to assist you on this mission? Можно ли ей нам помочь? Ну да, конечно. Are you volunteering for that MSAT? I may be a robot, but I feel a strong amount of personal investment to see this mission through. I will do anything I can to help. Пойдем. Так. А, так, куда Гарви? Гарви. Сэнкчуэри. Куда ж еще? Все, ты уже тут. Так. Ада. Особые модификации. Пеленгатор. Спутниковый модуль. Да, сделать. Так, левая рука. Тут тоже особо ничего. А, не, вот ракетомет можно установить. Давайте ракетомет и установим. Голова охранника. Нет.
краска. Ноги протектрона. Ноги шторматрона. Не, пусть будет ноги шторматрона. Поясная броня. Для левой ноги. Сделаем ей большие ноги. Зловещая. Да, пусть будет это. Так, ну, вот это, по-моему, можно сделать. Вот. Ну, вот это можно даже. Ну, давайте эту. Безжалостная токсичная броня. Окей. Стелс поле, да, пусть будет. Такая у нас ада чуть-чуть больше стала. Конечно. Так, она стала, видите, хоть повыше немного. У нее мощные ноги теперь. Смотрите, какая. Так, стоять. Дайте спереди рассмотрю. Не только я. Стой. Дай, нет. Да, смотрите. Она вообще, по-моему, симпатично выглядит. Броня немножечко прикрывать, или она еще и с ракетометом, я думаю, он будет поэффективней. Так. В принципе, я думаю, на этом можно будет нашу серию даже закончить. Остались мы с Адой, плюс вот это Джезебель. Что, как же иначе, наоборот. Хочу тоже прям... и она с нами дружила. Не зря ж мы спасали, старались. Дали точный лазер и офигенный топор. То есть будет подлетать и кромсать. Так, да, все. На этом мы эту серию закончим. Прям такой вечер хороший. В следующей серии, я надеюсь, уже выйдет новое дополнение как раз. Ну, не уверен, что мы прям пойдем его сразу же выполнять, но хотя бы там возьмем какой-то базовый квест, и все будет в ажуре. Ну, это так в планах. Вот, как будет, посмотрим. По поводу механиста, я думаю, стоит... ну, конечно, интересно все это сразу довыполнять, но посмотрим по ситуации будем. Может, успеем, может, не успеем. Тоже сразу же, может, пойдем что-нибудь еще понавыполняем. Я бы хотел, конечно, зданий каких-то еще понастроить. То есть это нам тоже нужно будет позаниматься. Ну, все. Ну, мы теперь тут с Адой бдим. Еще Джезебель. В общем, все в сборе, поэтому... Ребят, не забывайте, если вам понравилось, поставить ваш лайк. Подписаться на канал, если вдруг вы не подписаны. Также можете смело делиться этим видео с друзьями, да и не только этим видео, а любым, которое вам понравится. Это будет на пользу каналу и на радость мне. Ну а с вами был я, Серафим. Оставайтесь такими же красавчиками, которыми вы есть, и увидимся в самом светлом будущем. Пока.